Начнем с комментария встречи. Довольны? Ну и доволен, и недоволен. Начали очень нехорошо, моменты имели, не смогли забить, как обычно. Себе устроили небольшие хлопоты. Взяли, пропустили в концовке еще первого тайма. Но это уже не первая игра у нас, что первый тайм, что-то мы никак не можем начать игру. Не то, что в полную силу, а собрано, что ли, так, если можно сказать. То моменты создали и столько подходов к воротам забить не смогли. А в общем, можно сказать, что доволен встречей. Есть понимание, что состав, который начнет игру с молодежкой ЦСКА, уже определен, что вот он наигран, есть рисунок игры, вот именно взаимопонимание между этими ребятами? Я уже говорил, что процентов на 90-95 уже состав, в общем-то, вырисовался. Так что рисунок игры, ну, игра покажет. Тем пополнением, которое уже окончательно оформилось, потому что трансферное окно закрылось, больше никого не дозаявим. Вы довольны, как пополнилась команда в эту паузу? В целом, да. Квалифицированные ребята подошли, с академии подошли группа ребят. Доволен. И, в общем, они влились в коллектив хорошо. На правильном пути ребята. Ребята из основного состава, насколько сейчас готовы, помогают ли, скажем так, как у Григоряна дела, потому что давно он не играл, всем интересно. Да, Ромка вот уже начал тренироваться, уже с мячом бегает, наверное, неделю. И вот первая игра у него после травмы. Ну, тяжело, я думаю, ну, втягивается, прорабатывается. Игровой тонус сейчас почувствует, и будет все нормально, я думаю. Женя, он работал с основной командой, он, в общем-то, в тонусе и нормально готов.